номер 83. На маршруте 81 на Истинской в направлении железнодорожного вокзала добавили две остановки – ЖД-платформа «Металлургов» и СНТ «Алюминий». В обратном направлении – СНТ «Алюминий». На улице Молокова в районе дома 39 также добавили новый остановочный пункт. Там проходят два автобусных маршрута – 20 и 49. В поселке Энергетиков автобусы маршрутов 10 и 74 будут останавливаться на остановке «Мостотряд» на улице Энергетиков, сразу после поворота с Тамбовской. В обратном направлении по улице Энергетиков эти маршруты будут останавливаться в районе дома 24. Кроме того, на маршрутах 56 и 61 ввели остановку по требованию «Церковь» перед конечным остановочным пунктом этих маршрутов – поселок Шинников. Все изменения уже внесены в реестр схемы движения маршрутов. В скором времени информация обновится в автоинформаторах.